Навести порядок с отходами. Электронную карту мусорных свалок разработали в Министерстве экологии и природных ресурсов. Благодаря ей ведомство сможет оперативно реагировать на обращения не только органов местной власти, но и граждан, подчеркнул профильный министр Остап Семерак. На сайте каждый сможет оставлять информацию о свалках. Для этого достаточно зарегистрироваться и отправить обращение. В ведомстве надеются, это поможет систематизировать их количество, ведь Минэкологии владеет информацией лишь о 2600. Цель сервиса – собрать информацию об остальных. Приблизно 30 тысяч сміттєзвалищ. Приблизительно на территории Украины есть 30 тысяч свалок. Это и полигоны, и стихийные свалки. Но из года в год передается одна и та же информация, и она не соответствует действительности. В Украине количество мусора, которое выводится для захоронения на свалке, достигает 240 килограммов на человека в год. В Швейцарии – ноль. И я считаю, что это наша цель.